sức khỏe Siberi, thương hiệu quốc tế của các sản phẩm thiên nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể thao. Công ty ra đời từ năm 1996 và đã được biết đến tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi hân hạnh mời các bạn trở thành một phần trong công ty to lớn của chúng tôi và là người đại diện cho thương hiệu sức khỏe Siberi. Ритмы здоровья появились у нас 16 лет назад. Вот в 2003 году, если бы вы сказали легендарный продукт, конечно же бы люди сразу начали вас слушать. Сегодня другая ситуация. Сегодня людям нужны не громкие слова, а людям сегодня нужна информация и подтверждение того, что вы лично сами это делаете для себя, и вам самим это интересно. Вы говорите, а это легендарный продукт, он у нас в ассортименте целых 16 лет уже, и неизменный хит продаж, и вот я о нем вам чуть поподробнее расскажу, потому что он вообще отличается от других витаминно-минеральных продуктов. И здесь вы показываете состав. Вот смотрите, в чем отличие? Первое отличие, что в этом продукте формулы разделены на две, утренняя и вечерняя. Потому что считается, что для того, чтобы максимально увеличить содержание витаминов и минералов, их нужно разводить. Это была теория еще, созданная в 70-е годы канадским ученым знаменитым. И вот тогда мы создали вот эту хронобиологическую формулу. Здесь вы можете немножко сказать про такую науку, как хронобиология. То есть наука, которая подразумевает разделение различных видов пищи, различных видов физических нагрузок и различных, конечно же, видов лекарств или биологически активных комплексов в зависимости от биологических ритмов или циклов жизни. Но можете не говорить. И вот мой вам совет, если мы с вами рассказываем человеку вот в том ключе, о котором я говорил, об этом не говорить. И вы должны сейчас показать человеку, почему он легендарный. Вы говорите, и здесь два очень важных момента. Вы говорите, это был первый продукт на рынке, когда мы, как корпорация Siberian Wellness, постарались создать максимально природный витаминный комплекс. Максимально природный витаминный комплекс. И здесь вы смотрите состав. Вот вы видите, здесь полный состав всех витаминов. Вот у нас все необходимые микро- и макроэлементы в очень высоких дозах. Вот у нас все необходимые витамины, то есть в этом составе вы получаете все необходимое из области витаминов и минералов, но это не самое важное. Так сейчас делают многие. Я сейчас вам расскажу, почему этот продукт действительно легендарный. Потому что в этом продукте впервые, а вспомните, он появился в 2003 году, впервые появились натуральные витаминные и минеральные комплексы. И здесь вы говорите, вот большинство из этих витаминов, они тоже синтетические. Но в этом продукте появляются первые, абсолютно натуральные, выделенные из природы, витаминные субстанции. И здесь вы опять вспоминаете витамин В2, витамин В12, о которых вы уже ему говорили, но помимо этого, посмотрите, здесь появляется природный ликопин. Это каротиноид, можно сказать, одна из разновидностей витамина А, очень важная в природе, и которая полностью отсутствует в большинстве витаминно-минеральных продуктов, которые вы можете встретить на обычном рынке. Бета-каротин. Натурального происхождения. Здесь вы можете рассказать ту историю, которую я вам рассказал. В чем разница между синтетическим бета-каротином и натуральным бета-каротином. Здесь такой важный представитель витамина П, о котором мы с вами говорили. Помните, витамин С и витамин П всегда должны быть вместе. Всегда. И в пище, и в витаминно-минеральных продуктах. И вот вы здесь видите витамин С и дигидрокверцетин, а это один из представителей большого-большого класса витамина П. И это тоже абсолютно природный компонент. Плюс ко всему, здесь есть дополнительные вещества, которые не относятся в чистом виде к витаминам, но на самом деле... А вот посмотрите на минеральный состав данного продукта. Здесь тоже все необходимые минералы, но часть из них уже в составе природных форм. Например, селен в форме селеномитионина. Это технологическое вещество, которое получается в результате синтеза дрожжевыми клетками, и получается абсолютно органический селен. Или йод в составе стандартизированного экстракта морских водорослей. Содержит стандартизированное количество органического йода. Плюс ко всему, если вы обратили внимание на состав, здесь в составе включены экстракты ценных растительных трав, которые, с одной стороны,
несут в себе также витамины и минералы абсолютно природного происхождения, а во-вторых, играют еще одну очень важную функцию, здесь вы показываете. Вот, например, экстракт элеутерокока в утренней формуле ритмов здоровья, он тонизирует организм, повышает усвоение витаминов. А, например, байкалин в составе экстракта байкальского шлемника, в составе вечерней формулы, а также другие вещества, такие как валериана и душица, они успокаивают вас. То есть вы в этом уникальном витаминно-минеральном комплексе получаете следующее. Во-первых, все необходимые витамины и минералы. Раз. Два. Часть веществ, которые не относятся к витаминам, но являются очень важными, иногда даже важнее, чем сами витамины. Три. Часть витаминов и часть минералов в составе данного продукта уже представлены абсолютно природными веществами. И четыре. Здесь есть тонизирующие вещества в утренней формуле и успокаивающий в вечерней. Вот такой комплексный витаминно-минеральный продукт вы получаете. Да, он стоит уже намного дороже, и чем первый, и чем второй продукт. Но вы понимаете, почему он стоит столько? Потому что здесь уже использованы очень дорогие субстанции и очень высокие технологии. И у человека не возникает, друзья мои, возражения, почему это так?